Всем огромный привет! Сегодня у меня вариант осеннего маникюра. Очень я соскучилась за темными гель-лаками, наверное, как и многие после лета. Сегодня для покрытия использую гель-лаки Lovely. И ну просто обалденный цвет под номером 051. Как только я открыла баночку с этим гель-лаком, сразу же влюбилась в этот цвет. Цвет темно-синий, но немного с таким серым отливом. При разном освещении он выглядит совсем по-разному. В темном освещении он становится как темный асфальт. В общем, цвет нереально крутой, очень красивый. И этим гель-лаком я буду делать сегодня покрытие. И, девчонки, наверное, у каждой бывает такая ситуация, когда ломается какой-то уголочек и не хочется полностью обрезать ногти под корень. Я нашла для себя очень классное открытие. Это база для донаращивания, база Lovely. Этой базой удобно пользоваться вот в таких случаях, когда у вас где-то треснул ноготок, где-то что-то поломалось. База густая, база самовыравнивается, вы увидите, как легко этой базой пользоваться, как удобно ее наносить, она подходит даже для новичков, она очень экономна в использовании, ее много не нужно, просто классное открытие, всем советую, и, конечно же, сегодня я покажу, насколько удобно этой базой пользоваться. Ну что, приступаем к покрытию. Такая база используется как раз для донаращивания на форме. Устанавливаю форму и буду наносить базу. Можно пользоваться кистью с баночки, но можно для тех, кто привык пользоваться тонкой плоской кистью для нанесения геля, можно использовать эту кисть. Итак, набираю совсем немного на кисть, много не нужно. Конечно же, перед нанесением базы я обезжирила ноготь и нанесла праймер. Работать с нею очень удобно, база никуда не течет. Я выкладываю сначала вот этот уголочек, который у меня сломался, отправляю в лампу для того, чтобы просушить. И затем уже полностью наношу базу на весь ноготь. Сначала тонким слоем, а потом немного выравнивающий слой наношу. И отправляю, конечно же, в лампу. База очень экономная, как я уже говорила. Наносить много ее не нужно. Она выравнивает очень классно ваши недостатки. Если вдруг у вас есть неровности какие-то на ногтевой пластине, база это все скроет. Переворачиваю ноготь и отправляю в лампу. Также мне понравилось то, что очень легко снимается форма. Она не прилипает к базе, база за нею не тянется, не сгибается. Очень удобно. Вот так вот получилось донарастить уголочек. Убираю липкий слой и, конечно же, немножко буду проходиться сверху пилкой. Но база рассчитана также на то, если у вас нету никаких неровностей, не нужно выравнивать сверху поверхность базы пилкой, можно это не делать. Все зависит от ситуации. Вот что у меня получилось. Ну а теперь приступаю к покрытию всех ногтей гель-лаком. Перед покрытием, конечно же, я сделала предварительную подготовку ногтей перед нанесением гель-лака. И наношу базовое покрытие. Наношу базу и отправляю в лампу. Просушила базу и наношу цветной гель-лак. Под видео я оставила ссылочку на сайт с продукцией Lovely. Гель-лаками этой фирмы я пользуюсь уже не один раз, и мне они нравятся и в нанесении, и нравятся их кисточки, и то, как держится покрытие, очень нравится. Я думаю, те, кто пробовал эти гель-лаки, тоже остались довольны. Этот цвет настолько плотный, что не требует повторного нанесения. Поэтому я буду наносить этот гель-лак в один слой. Наношу топ безлипкого слоя на те ногти, где у меня не будет дизайна. На остальные я буду наносить матовый топ.
Этот цвет гель-лака очень красиво смотрится как в матовом варианте покрытия, так и в глянцевом. Матовый топ немного имеет липкий слой, но так как я буду наносить дизайн, липкий слой можно не убирать. Использую для дизайна кисточку Lovely 01. Это тонкая кисточка, она коротенькая, не слишком длинная. Эту кисть можно использовать для тонких линий, вензелей и для френча. Ну что, приступаем к дизайну. Для дизайна я буду использовать белый гель-лак, а также гель-лак, который я наносила как основной цвет. Сегодня у меня вариант такого очень осеннего маникюра. Это будет зонтик и капельки дождя. Не просушивая первый цвет, наношу второй, который я смешала. Так как я рисовала дизайн гель-лаком, а не гель-краской, я наношу финишное покрытие только на зонт. Финишное покрытие я наношу обычное глянцевое. Ну и, конечно же, отправляю в лампу. Теперь уже для дизайна я использую белую гель-краску, отправляю ее в лампу, затем буду наносить черную и также просушу хорошенько в лампе. Глянцевым топом ставлю капельки дождя и отправляю в лампу. Вот таким очень простым осенним сегодня был мой вариант маникюра. Всем, кому он понравился, не забудьте поставить лайк, а также подписываться на мой канал. Также подписывайтесь на мою страничку Instagram. До скорых встреч!